Мне крашнули сервер, все могут это видеть. Сейчас будем разбираться. Если мы сюда с вами ведем ник Диман228, он использует сет 0, он вырезал, он сетал. Эй, блядь, бестолковина ебаная, тебя ебала. Какой нахер ролик, ты дебил, не была? Выходи, пусть я тебе сказала. Играй, да я тебе сказала, выходи, выиграй. Выходи, я тебе сказала. А вы друг моего сына? Играете вместе? Он просто сервер весь мой испортил. А вы... заблокировать владельца сервера, забрать у него. Я его мама. А, вы мама? Он себя ведет неадекватно и ночами и днями только играет в какую-то ненормальную игру, кричит, орет да сервера. Нет, не надо, пожалуйста. Заблокируйте, не пожалуйста, надо, потому что... Не надо, пожалуйста, не надо. Нет, не надо, пожалуйста. Спасибо большое, заблокируйте, заблокируйте. Ребята, вы можете также снимать антигрифишоу на моем сервере на Сержо Крафт. Для этого вам нужно стать всего лишь владельцем сервера, на которого сейчас действует скидка 95%. На него сейчас действует скидка только потому, что скоро мы будем менять спауны все плагины. Поэтому вот в связи с этим делаем скидку аж 95%, ребята. Вы можете легко ломать дома гриферов. Причем абсолютно любые дома гриферов. Вы можете легко вырезать пол дома грифера. Вы легко можете поставить себе префикс абсолютно обычного игрока. И он поменяется у вас как и в чате, так и над головой. Также вы легко можете поставить себе абсолютно любой префикс, который вам только придет в голову. И он поменяется у вас опять же и в чате, и над головой, и везде, где только можно. Вот так это выглядит со стороны. Но самое главное, вы можете забанить или кикнуть абсолютно любого грифера, который только вам не понравится или будет нарушать правила сервера. Привилегия владелец сервера. Все сделано только для того, чтобы вы смогли снимать антигрифер-шоу на нашем сервере. IP в описании ролика, заходите, действует скидочка. Друзья, я снимаю на скорую руку, мне крашнули сервер, все могут это видеть. Крашнул это какой-то владелец сервера. Я не понимаю, как он это сделал, однако он это сделал. Я снимаю без всяких эффектов, без всего, без заглушки на окнах. Все, мне потому что некогда этим всем заниматься. Но я по факту смотрю, что мне это сделали. Не знаю я, что делать. Сейчас будем разбираться. Это сделал какой-то владелец сервера. Я не знаю как, ребята. Дорогие друзья, мы с вами находимся в логе нашего сервера, которое за 24 число я сейчас открыл. Пожалуйста, если мы сюда с вами ведем ник Диман228 и начнем искать, да, то мы с вами увидим, что он часто фигурирует, очень часто фигурирует в логах нашего сервера. Очень тупо открыт файл, конечно, и фигурирует он в разное время, если вы думаете, что это постановка. Пожалуйста, 17:30, да, если мы дальше будем листать, к сожалению, лог не может нормальный полностью открыть, да, то мы увидим 17:34, давайте куда-нибудь вниз тоже. Тоже искать 19:39, он использует команду, давайте посмотрим, да, set 0, пожалуйста, он использует set 0, cut, он использует команду cut, он вырезал, он сетал, он много чего делал, потому что он перед этим ввел определенную одну команду. Смотрите, даже человек пишет в чате, в 19:38, Леха Про использует команду ban Diman228, потому что он сетает. Игроки не понимали, как он это делает. Однако для этого есть определенная команда. Команда очень простая. И если бы он не был владельцем сервера, он этого не сделал, потому что именно владелец сервера может так делать. Такие пишут, кто-то оп взломал. Кажется, что кто-то взломал оп. Я забанил Рафи, он взломал. Понимаете, люди очень много часто писали об этом. То есть я это все сделал для того, чтобы вам доказать. Пытается взломать мой ник, пытается взломать опку. Смотрим, да? Леонид пишет, кто весь спаун разъе. Там матные слова, понятное дело. Также, если мы с вами войдем в нашу группу ВКонтакте, которая касается именно нашего канала, то здесь можно увидеть, что игроки даже писали об этом. Выкладывали фотографии различные, как спаун сломлен. Смотрите, делают селфи на фоне меня, когда все поломано. Вот, я тоже летал в воздухе. Смотрите, спаун разрушенный. Время разное, кстати. Давайте посмотрим на время выкладывания фотографий. Вчера 16:24. Если сюда посмотреть, здесь уже вчера 20:09. Если посмотреть сюда, вчера 11:19. То есть вы понимаете, то, что спаун был очень долгое время сломлен и не восстанавливался, потому что я просто не имел возможности зайти на сервер. Смотрите, люди просто в руинах стоят каких-то. Даже тут есть вечер, смотрите. Люди писали Сержу, что со спавном. Так, ну тут уже все, да. Мы дальше уже влистались. Уже не та информация. Вот, Сержу, что с сервером. Вчера 8:28, вообще 8 утра было написано Сержу, что с сервером. Или 24 июля, как мы смотрели с вами логи сервера, да. Вот надпись, вы смотрите. Знаете, да, где дату смотреть? Сверху, справа, где ник. Вот уже тогда люди заметили, что спаун был испорчен. Это очередное доказательство, что спаун был сломлен
полтора дня, дорогие мои друзья. Спаун восстановлен спустя время, да, потратили на это день. Соответственно, сделан тоже вайп на сервере. Карту очистили, поставили новую, все отремонтировали, все хорошо. Знаем, кто это сделал. Это сделал владелец сервера. Знаете, здесь есть команды топорика такие. Большинство команд топорик в Ортеде, да? Тут написано, что можно ставить сферу, пирамиду. Мы нашли этого игрока. Его ник Диман228. На самом деле, вот он, нашел я его. Искать было нетрудно. Диман228. Ну, естественно, прошло время перед тем, как я его нашел. Но он будет постоянно, каждый день топорик выкинул. Кстати, замечаем, да, человек летает с топориком. Ну, не человек, я не хочу называть его человеком. Он достаточно... А, вот, новый взял топорик. Если что, меня не видно. То есть вы думаете, что он меня видит? Нет, меня не видно. У меня зелька, а под зельем вообще никто меня не видит. Вот он что-то пытается все время сделать. Не знаю, в чате здесь пишут люди, что он... Нет, уже в чате люди не пишут, что он взломщик, потому что, ну, он уже ничего сделать не может, вот поэтому он и не пишет. Надо с ним связываться, дорогие друзья, я думаю, это будет непросто. Через чат ему писать долго будет, я думаю, я это не буду все снимать. Ну, подумаю, в общем, дорогие друзья, надо как-то с ним связаться. Алло. Алло. Здравствуй. Здорово, блядь, что ты хотел ебать? Невиновная душа. А чё с топориком? Чё-то не получается уже, не выходит? Тебя ебет, что мне не получается, долбоёб. Больше всего меня, как сказать, да. Так что нахуй, иди давай, что хочу, блядь, я делаю нахуй. Хоть что хотел сделать, ты, блядь. Ты не понял, кто я, да, вообще, как бы? Не знаю, долбоёб какой-то, что за долбоёб? Ну ты сейчас на каком сервере играешь? На Серджи Крафт. Ну, чё, не знаешь владельца? Ты чё, ты, блядь, что ли, ебать? Нихуя себе. Да, дошло, прикинь. Нихуя себе, с кем я играю? Пиздец. Чё, ага, ты зачем? Ты можешь мне, короче, все права выдать, блядь, чтобы я мог админки выдавать, как и сейчас? А ты мне скажи, ты зачем сервер вот так вот на днях испортил? Ну, он мне люди сейчас было. Даже... Мне сейчас человек даже пишет в чат, хочешь, скажу, кто сервер крашнул. То есть это люди делают. Они знают, что и ты, понимаешь? В логах везде ты есть. Ты хочешь, сейчас я, блядь, тебя в хуй в рот засуну? Ну ты зачем это сделал? Уже пофиксин команда, ты можешь... Тебя ебёт, что хотел, то и делал, блядь, нахуй. Тебя вообще не должно интересовать, что я сделал там, блядь. Ну ты испортил спаун, понимаешь? Ты спаун... У меня полтора дня такой спаун был, ты понимаешь? Игроки вообще... У меня хостинг не окупался из-за тебя, понимаешь? Из-за тебя. Ты очень много сил моих потратил. Да может ты пойдешь нахуй, я не хочу, блядь, нахуй с тобой разговаривать, долбоебом, блядь. Ну а как с тобой адекватно еще разговаривать, если ты орёшь? Да так нахуй, иди, сейчас возьму вообще, блядь, еще раз найду какую-нибудь команду и разъебу твою серию. Это ты летаешь просто, владелец, тебе сейчас не будет владельца, понимаешь? Соответственно. Что, долбоеб, какой нахуй? Я просто хотел с тобой поговорить вообще, что ты за человек? Зачем ты так делал? Я правда не знаю. Вот зачем? Я хотел сделать заспаун красиво, чтобы люди просто бомжами стали, блядь, и нахуй не играли на этом ебаном сервере. Откуда ты эту команду узнал? Блядь, я ебать нахуй давно уже на Майнкрафт играю, как бы, ну, 5 лет ебать. Понял, долбоёб? В общем, я думал, я не знаю, что я хотел, в принципе, ждать, я так и думал, что это какой-то школьник какой-то, что-то там. Ты охуел, какой нахуй, блядь, я школьник, ебаный. Ну, ты школьник бестолковый вообще. Ты... Ты, блядь, бестолковина ебаный, я тебя ебала. У тебя, как только появилась возможность у тебя сломать спаун, ты его сломал, понимаешь? Я таких вообще ненавижу просто. Мне из-за тебя пришлось вайпать сервер вообще. Игроки дома потеряли. Просто из-за тебя, из-за такого, как ты, понимаешь? Ты школьник. Заткнись нахуй, ты, блядь, ебанутый утырок, я твой рот ебал. О, голос построже сделал, да. Да, блядь, совсем член, шлюха, да, сдохла. Да, блядь, что-то я бед, нахуй, сейчас возьму, блядь, других аккаунтов зайду, блядь, у меня тут опа понадавался. Да, блядь. Да. Ты не взломал полностью сервер, ты просто командой портил спаун, но ты не имел возможности никакой, ни опку получить, ничего, ты никто вообще. Да ты никто, звать тебя никак, ты шляпа, ебать. Ну, я думаю, вообще, с тобой разговор короткий, а ролик уже просто про тебя. Я прям так ролик назову, взломал сервер. Какой нахер ролик, ты дебил, не вылажу, ничего! Ну ты ж знал, что... Да нет, я играю! Уходи быстро, я сказала! Я играю, да мам! Я сказал, уходи быстро! Да я играю, мам! Выходи! Не надо, нет, пошел! Мам, нет! Выходи, я тебе сказала! А вы друг моего сына? Здрасте, вы меня слышите? Да, здравствуйте.
Ну я не друг, я на самом деле, можно сказать, враг. Потому что вы играете вместе? Ну мы не играем вместе, но он просто сервер весь мой испортил, жизнь игрокам. Я с ним связался, так-то мы не играем с ним. А вы можете заблокировать владельца сервера и забрать у него. А вы кто вообще? Мама? Я его мама. А, вы мама? Он себя ведет неадекватно и ночами и днями только играет в эту какую-то ненормальную игру, кричит, орет и ведет себя не очень адекватно. А, я сначала не понял просто, что у мамы. А где? Играй, пожалуйста. А где он сам? Можно его заблокировать? А, заблокировать его на сервере? И забрать владельца сервера. Да нет, не надо, пожалуйста. Заблокируйте, пожалуйста, потому что ведет себя ребенок неадекватно. Не надо, пожалуйста, не забирай. Поверьте, я только с удовольствием. Я бы и так это сделал. Нет, нет, не надо, пожалуйста. Спасибо большое. Заблокируйте, потому что это нормально. А, нет, подождите, но давайте я вас прошу одно. Просто владелец сервера стоит 500 рублей. Это, наверное, ваши деньги. Он не жалко? Нет, не жалко нам. То есть можно, да? Все равно. Да. Ну хорошо, я вот с вашего разрешения вот заберу у него владельца и забаню его, как вы говорите. Да, забаньте. Да забаньте, надо, пожалуйста, не потому пожалуйста, что не ребенок надо. Неадекватный. Да. Ну, мы уважаем старших, так и сделаем. Все, уже при вас забанили человека. Спасибо. Спасибо Всё. Большое. Не надо, до свидания. Не надо, отразбань. Разбанить? Да. Не. Это да мама. Разбань, пожалуйста. У тебя мама пришла, правильно? Все. Не все понятно. Пока. Было забавно. Мне кажется, он сейчас будет мне долбить, короче. Сейчас. Дорогие друзья, опять мама пришла. В общем, все очень забавно. Вообще просто. Мало того, что он мне спаун испортил, он еще и маме жизнь отравляет. Вот такая вот ситуация произошла, спонтанная. Я не думал, что все так произойдет. Надеюсь на ваше понимание. Спаун был действительно сломлен. Все это, ну, это не постановка, ребят. Но он реально был сломлен. Полтора дня не работал. Я факты вам привел. Пример. Все заснял, постарался. Поэтому заходите на сервер, сейчас все хорошо. Скоро будет грандиозное, огромное обновление. Поэтому скидочки на донат владельца сервера. Все пофикшено, все работает. Скидочка, да, действует. Приходите, снимайте анти-Гриффит-шоу. Скоро будет огромное, еще раз повторю, обновление. И поэтому скидки 95% на владельца сервера. Бегом успевайте. Скоро будем спаун менять, все менять. И я очень рад, что игроки меня поддерживали, что спаун сломали. И все, все меня поддерживали. И хочу сказать, кстати, попросить даже, может быть, прощения, не знаю. Просто я читаю ваши комментарии и очень часто пишете, что... Много очень в последних роликах мама участвует, мама Гриффера. Ребят, мне вот самому неудобно перед вами. Ну, бред какой-то, в каждом ролике уже мама. Но я не виноват, что так происходит, правда, я правда не виноват. Я читаю ваши комментарии, я прислушиваюсь к ним. И если вам это не нравится, я прошу прощения, правда, не судите строго. Ну, я не виноват, что так происходит, правда. Простите, все, спасибо большое еще раз, всем пока.